И я вас люто приветствую, меня зовут Александр, добро пожаловать назад в Battlefield 1, прохождение военных историй. И сегодня у нас на очереди вторая часть, друзья из высших кругов. До того, как я прибыл в Европу, я никогда не видел аэропланы живьем. Они кружились, делали пируэты в небе, словно стаи резвящихся птиц. Пилотов окружал орел романтики, они были авантюристами небес. Но в реальности многие эти отважные люди кончали свою жизнь на земле среди дымящихся обломков. Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл! Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джош Рекхэм! Я Джордж, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джордж Рекхэм! Конечно! Я Рекхэм, как раз к вам! Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм? Сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Эй, сзади! Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Воу! Ага. Прямо так сходу! Слушай, я знаю французское заведение! Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет! Следуй по заданному маршруту! Ну что, тебе решать! А где маршрут-то? Я не вижу маршрут, я вижу только аэроплан. Летчик, ты из меня еще тот, должен сказать. Что-то он далеко от нас ушел. Давай нагоним. Ну же, детка, давай, только не задень случайно гору. Давай, 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 давай. Почувствуй штурвал. Да у этой картонной фигни. У этой картонной фигни штурвал. Никакой. Ну, держу. Держи
Надо, чтобы кружочек заполнился или наоборот, чтобы не заполнился, я не понимаю. Легче легкого! Посмотрим, как она в перестрелке. Пулеметы на предохранители, а то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь пострелять. Понимать меня? Так мило! Окей, преследуем. Давай, давай. Ну, красотень-то какая, а? Бристоль управляется, как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Ну, я согласен с тобой. Только чувствую, это мы будем летать очень долго. Ну, крен вниз, давай. Давай. Дескать, мы в него попадаем. Мне весело. А по прямой весело, лети, сволочь. Я Уилсон. Ты не зевай, вперед смотри. Да блин. Ёлки-палки. А, то есть он далеко слишком от нас. Понятно. Все, держим дистанцию и пытаемся держать его в прицеле. Задачка еще та, должен сказать. Давай. Ну же, ну. И есть. Ну как же, ну вот же. Ёлки-палки. Хорошо летаешь, хотя и не совсем по правилам. Ну и забудь ты о правилах. Действительно. Жизнь богаче правил. Куда он направляется? Оставь его. Видишь шары для стрельбы? Проверь пулеметы. Огонь по готовности. Ой, болтает. Это я могу. Ну давай. Ого, ничего себе аэроплан. Там еще шары. Да заходи, я вижу я твои шары, угомонись. Понял. Еще один. Эх, не успею, не успею. Думал, придется заходить на второй круг. И а нет. На земле. Нет, да, подожди. Вижу. Где, где, где? Ракетами? Окей, давай. У меня еще и ракеты есть, обалдеть. О, попал, отлично. Ну, учебная такая миссия, понятно. То есть самая жара начнется потом. Я думаю, у меня сразу в бой. Как с танкистом получилось. Да взорвись ты уже. Да блин, придется второй круг закладывать. Ладно. Ты бы из пулемета подсадил, что ли? Че я один-то все? Опять один, халявщики. Так, заходим на второй круг. Отлично. Как раз хватит на последнюю. Воу-воу-воу-воу. Так, красота. Последняя. Слушай, а можно вопрос? Конечно. Почему Джордж Рекхем, сын 4-го графа Виндзорского, говорит как американец? Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать! Ну и откуда они здесь взялись? Ладно, мочим. Проклятие! Это, черт возьми, воу! Опасно! А ты как думал? Ты давай стреляй там. Какого? Так. Фрицы шуток не шутят, держись. Надеюсь, нам не сам Красный Барон попался здесь. Какого? Да вы гуманисты, никакого. Минус еще один. Но он живой почему-то остался. Так, закрутили.
Хорошо, давай с упреждением. С упреждением стреляй, говорю. Горит красный. Лишь бы на землю быстрее вернуться. Да подожди ты. Тут самая жара пошла. Воу-воу-воу-воу-воу. Не лети по прямой. Они сзади зайти. Погоди, давай починимся. Раз уж такая песня-пляска пошла. Так, где он там? Ну же, прицел. Отлично. Все нормально. Заходи, заходи, заходи. Он твой, он твой. Красота. Вперед, ребята, кто следующий? Ух. Не нравится мне это. Ты не говори. Нормально. Чертовы фрицы. Стоп, а это кто еще? Давай починимся. Чинюсь, чинюсь. Нормально, живем. Где союзник наш? Опять фрицы! Вижу их! Да где? Сейчас пойдет потеха. А я вот не вижу. Ой, сзади. Давай сразу снимать какого-нибудь одного. Хорошо. Да когда они уже успели-то его, а? Что-то их много осталось, я же вроде подбил одного. Гори, гори красный. Так, давай вот этого заберем. Эх, не успели. И давай своей пуколкой там помогай уже. Я же не могу все один делать. Да блин, давай заворачивай. Воу-воу-воу, это плохо. Чиним, скорее. Сейчас кончимся же. Давай-давай-давай-давай-давай. Маневр уклонения. Тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу. Огонь. Так, где эта жесть? Я не вижу нифига. А, вон дымится летит. Да разбирайся уже. Что ж так? А по какой мне лететь, если я хочу подбить кого-то? По параболе, что ли? Фу, чиним, 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 чиним. Не успеваем. О, зацепили одного, пока чинились. Это хорошо. Это, я считаю, гуд. Есть! Отлично! Слишком просто. Держи штаны, влипся. Последний, который горит. Получай. Блин, какой верткий, смотри, попался. Давай, давай, давай. Ну, швейная машинка летающая, получай. Здорово. Хорошо, признаю, ты есть. Свое дело знаешь. Ой, еще один остался. Ну, а ты как думал? Конечно, я свое дело знаю. Куда это он направляется? Туда. И мы за ним. Давай, догоним, подлеца. Нам ни добитки ни к чему. Ну, ускорение какое-нибудь есть? Смотри-ка, быстро летит, подлец. Ушел за гору. Ты что делаешь? Развернуться надо! Черту базу! О! Прыгни! Ты только глянь! Случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта. А фотографии Уилсона должны были помочь штабу начать полномасштабную атаку. Оставалась лишь одна проблема. Я даже не знаю. Да брось! Мы большое дело сделали, нам за это медали дадут. Нас и быть там не должно было. Когда командир увидит фотографии, он об этом и не вспомнит. Мы большое дело сделали. И еще раз сможем.
Давай договоримся. Если пойдем на это вместе, ты должен мне пообещать, что вытащишь меня оттуда живым. Конечно. Поклянись. Дай мне слово. Хорошо, обещаю. Стой тут. И давай без глупостей. Заходите. Мне этот парень нравился, но уж очень он был наивным. Сэр, это должно вас заинтересовать. Святые угодники. Да ваш напарник пилот каких мало. Очень скоро мы опять были в воздухе. Нашей задачей было расчистить путь бомбардировщикам, чтобы они могли разнести эту крепость на куски. Сначала надо было сбить аэростаты заграждения. Господи, ты представь, дозорным на аэростате быть. Не повезло Фрицу. Потом нам надо было расправиться с зенитными броневиками. Когда мы прибыли туда, штурм уже шел полным ходом. Нам надо было расправиться с обороной, а затем сопроводить бомбардировщики к цели, когда они прибудут. Задача трудная, но победа в этой операции, как говорили, могла изменить ход всей проклятой войны. Не стоит и говорить, что Уилсон был не очень рад. Да как бы я тоже не очень рад. Расчищай путь бомбардировщика! Воу, огонь. Я думаю, нам не дадут это сделать точно спокойно. По нам тут садят со всего, чёрт чего возьми. Можно. Вот тогда. А ты говоришь спокойно. Да я кирпичей отложу сейчас полную кабину. Еще зенитные броневики, блин. Каким образом я должен сбивать зенитки, блин? Ладно, раньше времени паниковать-то не будем. Сейчас вот товарищей позбиваем. Вижу их. Давай скорее. Чиним, 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 чиним. Погоди, блин, давай вот эту фигню сначала уничтожим. Он готов. Нормально. Уклоняемся. Мне нужны ракеты срочно. Ну что, нравится, полбан? Отлично. Отлично, одной проблемы меньше. Так, давай самолетики подбираем. Где еще зенитка? Подходи. По одному... Опа! Горим, горим, горим! Быстрее, быстрее, быстрее! Починим! Один за нами! Да подожди ты! Вот это жесть! Вот это жесть! Ракета, 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 ракета! Отлично! Так, на хвосте пока никого. Это зенитки, это было плохо. Маневр уклонения. Давай, 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 давай! Живем, живем, живем! Самолеты на подходе. Плохо. Так, не будем отвлекаться на них и наши зенитки. Класс. Получилось. Молодец. Бомбардировщики здесь. Следуй за строем бомбардировщиков. Не подпускай к ним истребители. Понял. Гори, красненький. Мы потеряли бомбардировщик. Да не очень быстро. Лететь до крепости, иначе все пропало. Я знаю, я знаю. Да мочи его, мочи давай, Уилсон. Чиню, чиню. Не кипишуй, все нормально. Сейчас мы их сделаем. Где наши бомбардировщики? Я что-то из виду упустил. Ввязался тут в перестрелку. Давай. С красножопиками. Давай вон того. Отлично. Еще на хвосте у бомбардировщика сидит. Отлично. Еще где? Вижу его, вижу. На, получи, фашист, гранату. Нас потрепали. Чиню, 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 чиню. Не кипишуй. Заходят сзади. Ох, хитрые морды какие, а. О, отлично, бомбардировщики поработали. Мы нанесли мощный удар.
Так, еще где? Подать мне следующего. Да я стараюсь. О, нормально. Ой, как их много стало. Вот так разберись с истребителями. Ед, Терминатор. Оу. Это жесть. На хвосте сидят у бомбардировщиков. О, это плохо, это плохо. Очень плохо. Еще один сел. О, отлично. Пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, полумили от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. Так, понятно. Опять нам предлагают стелс. Управление. Где управление? Так, карта появилась, но ничего не происходит. Двигаться не могу, осмотреться не могу. Так, нажимаем R, берем гильзу. Серьезно? Что дальше? Так, 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 тихо, спокойно. Это я пробел нажал, да? Ну, наконец-то. Не дали двигаться. Тихо, лежи молча. Ой, броневик. Ч-ч-ч-ч-ч. Закрываем. Ну что, будем по стелсу? Или по жести? Давай, как получится. Стоит он, отливает. Удобряет огород, понимаешь. Сейчас, подожди, ты его так удобришь. Тут пальмы вырастут. Засанец. Так, куда мне дальше? Новая цель. Должен сказать, мне много раз приходилось уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Уйдя от немцев, я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к Британскому фронту. Тихо, как уличный кот. Ты точно думаешь, что я поведу тебя очень тихо? Я ж сейчас всех как Рэмбо перестреляю здесь. Между мной и Британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. И еще половина Берлина, не меньше. Ну давай пробовать. Если не получится, ничего не обещаю. Ныряем в грязюку. Для бесшумного прохождения мне бы пистолет с глушителем не помешал. Тихо, ты только не вздумай встать, ладно? О, другое дело. Пистолет с глушителем, то, что мне и было нужно. Тихо. Тревогу-то поднимать ни к чему. А патронов очень мало, кстати говоря. Да не, да ну нафиг. Так, ладно. Мне бы найти патроны для мне этого повезло. Пистолета. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Так, этих двое здесь. Не будем связываться.
Опа. Валим. Тихо. Никто ничего не видел. Фу. Так, ну давай, зайди в гости. Я тебя жду здесь. Давай. Смотри-ка, ушел. Ну и хрен на тебя, золотая рыбка. Давай, рыбок. Отлично, я от бабушки ушел, от дедушки ушел. Так, полно врагов, тихо, не будем нарываться. Давай обходными путями. По-тихому. Открыть ящик. Что это такое? Боевой устав? Серьезно? Тут еще и такие штуки есть. А вы издеваетесь. Что в сундуке? Нет, сюда не пойдем. А там часовой, который что-то заподозрил. Ходит, понимаешь. Вот этого придется, видимо, снимать. Благо он всего один. Вроде бы. Ты главное это. Не мороси здесь, ладно? Кровью сильно не фонтанируй. Никого нет дома. Все в порядке. Так, перемахнуть здесь через колючку мне не удастся. Ну что? Расстреливать их придется. А как без шума-то пройти? А я не знаю. Особо-то вариантов нет. Мне мимо них всяко надо пройти. У меня это не очень-то получится, наверное. Никаких инструментов для отвлечения внимания у меня ведь нет. Камень кинуть не могу. Я могу только зарубить одного лопатой и надеяться на то, что успею выстрелить второму в голову, прежде чем он кипиш поднимет. Но я не думаю, что смогу так подобраться так близко. Нет, не смогу. Он видит меня. А может быть... Нет. Плохая идея. Во, я его чем-то заинтересовал. Может, придет сейчас сюда? Придет, а я его встречу здесь. Ну, давай, заходи. Дальше что, не пойдет? Пойдет, смотри-ка. Ты только отвернись. Так, вот это плохо. А трупы не убрать. Сейчас кипиш поднимет. Увидит труп, поднимет кипиш. Тихо. Спать. Непонятно. Ладно, бежим. Вроде бы никто пока не видел. Но выстрелы слышали. Это плохо. В окопах было полно солдат Кайзера. Фу, жесть. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Согласен. Должны были. Так, ну и как мы будем действовать? Опять же, уберем часового одного. Серьезно, ребят. Стелс в этой игре никакущий вообще. Не, ну пулемет это дело. Выкосить всех просто и все. Кто-то спит.
Спишь, да? Ну, спи дальше. Может его убить? В рукопашную получится, нет? Нормально. Сладких снов. И вечных. Блин, это не патроны. Плохо. Мне бы очень пригодились патроны для пистолета. Но его тут, к сожалению, нет. Так, а это у нас что? Отключить сирену. Прекрасно. Тихо-тихо. Писать хочешь, говоришь? Сейчас пописаешь, заодно и покакаешь. Отлично. Тихо-тихо. Не поднимая шума, не привлекая лишнего внимания. Вас сколько там? Понимаю, их там двое. И это не есть гуд. Так, не суемся пока сюда. Ага. Внимательно попался, смотри-ка. Ну давай, иди сюда. Это, мне кажется, я не успею его зарубить. Ну давай, отвернись. Тихо, тихо. Жаль. Весь мой стелс коту под хвост. Нехрен тут. Ладно. А как он такое? Тихо, 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 ребят, тихо. Кто в бункере живет? Нормально. Что-то кто-то садит уже. Нормально. Так, мне прорваться отсюда. Давай, уходим. Отлично. Есть шансы убраться живым. Так, тут уже линия обстрела началась. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Жесть. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков. Вот это капец. Но я твердо держал курс. Это мы будем долго пробираться. По уши в говне и грязи. Сурово. Так, давай за танк скорее спрячемся. Нормально. Передохнем. Они заметят меня, если я буду в присядку идти или нет? Не хочу это выяснять. Жить-то всем охота. Нифига, крысы какие нажористые. Фу. Давай, аккуратно. Нам торопиться некуда. Главное, живым доползти. Тихо. Кто стонет? А тут вечно кто-то стонет. Это же поле боя, который раненый остался. Окей, найду, помогу. Тихо, тихо, тихо. Я, конечно, понимаю, ползти по досочкам-то приятнее, но нам это зачем? Лишнее внимание привлекать. Давай уж как есть. Сквозь грязь и кровь. Атас. Так, под деревом проползу. Не уверен. Так, это кто-то еще садит по мне. Или не по мне. Или так, для отстрастки. Не знаю.
Ты ниже прижмись к земле, дурилка. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Сейчас посмотрим. Так, это мой самолет, что ли? Полезное это Уилсон, наверное, стонет. Уилсон, мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно. Я не могу подняться. А, черт. Черт. Эй, прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал! Слово, черт возьми! Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза! Ну что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ты ведь не Джордж Рэхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а? Думаешь, я совсем простак? Ладно, давай отсюда убираться. О, капец. Парень терял много крови. Времени на то, чтобы донести его живым, было мало. Давай, 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 мы дойдем. Ты держись там. Я не могу с ним ползти, могу только присядку передвигаться. Но свои уже впереди. И это, я считаю, гуд. Немцы известны тем, что не любят сдаваться. Вижу. Но мы-то свои. Блин, грязь по лицу стекает. Так, я другого пути не вижу, кроме как здесь. Лишь бы за немцев не приняли нас с тобой. Так, пока взрыв, давай быстрее вниз. Вот так. Давай пошукаем, может, аптечка есть, а? Нет, что-то, походу, аптечки нет. Не попадайся на свет. Серьезно? Пулеметчики натасканы. Палят во все подряд. Серьезно? Блин. Вот это плохо. Ёп! Кинотеатр! Да вы угомоните, свои же, блин! Ну что делаете, сволочи? И как мне пройти? До укрытия скорей. Оп. Свет. Наши парни подумают, мы немцы. Не подумают. Перебежками. Будем двигаться перебежками. Быстрее, 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 быстрее. Тихо, тихо, тихо. Так, а здесь куда? Пулемет светит прям в нас. А, на свет, тут еще и луна светит. Куда же мне выходить-то? Куда он светит? Я могу только до пенька. Нет, 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 мы свои. Свои же. Черт подери. Идиот. В кого ты палишь? В немца стреляй.
Ауч. Нам здесь не пройти. Давай в луну скорей. Тихо. Сижу в теньке, никого не трогаю. Блиндажик, отлично. Нет, не блиндажик, но мостик. Уже хорошо. Пройдем, а нормально. Кричи, что мы свои. Услышат же. Сейчас нам кто-нибудь зарядит в голову пулю. Как диверсантом вражеским. Свои! Не пуляй свои! Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. Это меня просто невообразимо бесит. Его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Именно так, Блэкберн. Собрался на ферму? Я хочу выступить в твою защиту на трибунале. Может, будет то. Вряд ли, но... Спасибо. Уилсон со мной, мне нужен стрелок. Сюда, я все сделаю. Рекхэм, я хочу помочь. Ты не заслужил право летать. Уилсон, если я умру, то умру в небе. Ну давай, за дело. Точно не хочешь передохнуть? Абсолютно! Ты мне еще летать должен! Ну что, Уилсон, это наш последний бой, я так понимаю? Давай, работай. Берегись, берегись! Ты же с хвоста прикрываешь. В нас попали! Хренов прикрыватель. Я под обстрелом! Подожди вы тут, я сел на хвост товарищу одному. Ну, впрыгни какой, гад. Не уйдешь. Не уйдешь, сказал, зараза. Да подожди, я что делаю, по-твоему? Не мороси там. Сзади один! Ты куда летишь? Возвращайся. Куда? Мой! За красным. Лови подарки. Отлично. Вон сбоку еще один. Один готов. Нормально. Сейчас этот будет готов. Фу, вернулся-то как просто по случаю. Смотри, петлю закручивает. Думает, ему это поможет. Хрена с два. Чиним. Уилсон как живой. Держись там. Своими боевыми ранениями. Так, одного пропустим. Добьют наши, нет?
Да свои, куда ты летишь-то? Вот это жесть. Давай, 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 заходим. Где он? Не скроешься. Мы тебя видим, подлец. Нормально. Чертовски хорошая получится история. Новая проблема. Здесь бомбардировщики. Это не проблема. Наша цель — бомбардировщики. Я понял. Давай издалека обстреляем, пока есть возможность. Потрепали мы их! Может, он уже упадет, нет? Крутой вираж! Крутой вираж! Сделаем! Не бзди! Так, вижу еще одного, нормально. Хорошо. Пока справляемся. Истребители заодно покосать, чтобы жить не мешали. Нормально. И бомбардировщик останется сейчас. Давай, давай, давай. Мочи его. Ты что ж бессмертный такой, гад, а? Окей, уходим, выше берем. Ниже, ниже, ниже. Берегусь, я берегусь. Крутой вираж. Чиним. Понял. Вот это да. Чуть не погибли с тобой. Да кручу я, кручу. Давай триплан уничтожим. Держи скорость. Нормально. Заходим. Ловите подарки. Как вам, фрицы, такая радость? Рождество еще не скоро, но я вам уже принес. Получите, распишитесь. Так, где еще? Не вижу пока. Ну, поможем нашему. Так, это еще далеко улетел. Ловите. Уходим, уходим, уходим. Еще четыре. Живем. Так, неудачная была идея. Вижу. Давай, 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 давай. Опаньки. Маневр уклонения. Плевать на истребители. Ты давай пали там, главное. Ой, это свои. Я чуть своего не убил. Давай этого разбираем. Стрелков бы снять. Нормально. Даже не покосали нисколько. Еще один впереди. Я его даже не вижу. Остался один бомбардировщик. Давай. Отлично. А где он? Не столкнуться бы со своими. Где там истребители? Давай их тоже снимем заодно. Ого! У нас проблемы! О, нет! Давай только без выдумок! Ты же говорил, что хочешь медаль, да? Этот чертов дирижабль скоро будет над Лондоном! Одна из многих целей! Держись! Нифига у него там... Ракеты, 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 ракеты. Давай, давай, давай. Скорость, маневрируй, чтобы зенитка не навелась.
Маневрирую как могу. Вот, это хорошо. Давай, перезарядись. Маневрируем. Нифига, сколько самолетов-то противника здесь. Это жесть. Чинюсь, чинюсь, чинюсь. Ты давай делай все, чтобы нас не подбили, а я буду уничтожать эти дирижабли. Воу, это мы неудачно забрались в самую гущу. Уходим, уходим, уходим. Берем выше. Ушел, 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 ушел. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Главное бы никто не подрезал. Сейчас самый неподходящий момент. Вали его. Отлично. Держусь. Воу! Если я умру, то умру прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Ты как? Хреново. Оружие Давай! Есть? Я прикрываю! Этот дирижабль скоро свалится. Так, надо подниматься. Вниз не смотри, хорошо? Хорошо. Почему? Мне наоборот нравится смотреть вниз. Надо подбить зенитку. Самая красота внизу. А парашют у нас есть с тобой? Я что-то не вижу на нас с тобой парашютов. Такие пушки наших парней лоскуты рвут. Прямо по курсу! Осторожно! Чего осторожно-то? Они по нам отовсюду бьют! Главное, не отставай! Давай, так? Я его вижу! Вот он! А стрелять из чего? Оружие-то есть, нет? Черт! Нет, 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 нет! Держись! Ух, мать! Ты в порядке? В порядке, нормально! Жив цел, орел! О, пушку дали. Погнали. Чем мы им задницу надерем? Никакого оружия не валяется. Улетел. Да ладно. Какой уж тут потише. Сейчас тут будет веселье, ребята. Ну что, джентльмены, готовы? Я думаю, нет. Но у вас нет... Блин, вариантов. Это взорвется хрень, интересно. Опаньки. Укрытие. Так его. Ништяк. Так. Кто здесь? Кто здесь, папочка? Да, детка. Перегрев. О, дирижабль. Привет. Да, да, ты тоже, сволочь здоровая. Подходи на раскат. О, он нас сбит, эту хрень. Отлично. И вон ту заодно. Прекрасно. Давай, давай. Есть.
Есть еще желающие, нет? Ой! Давай, Уилсон, мочи его. Теперь мы с тобой в расчете! Чувак! На пол ложись! Сейчас! Не отставай! Стреляй! О, дирижаблю! Да я стреляю, блин! Я по фрицу выстрелил, а он живой остался, как так? Который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Что ж, друзья, вот и закончилась очередная часть военных историй. Это было очень интересно, местами неоднозначно. Местами даже глупо. Но я получил определенный заряд эмоций. Что ж, друзья, на очереди у нас еще три истории. И проходить мы их будем уже в следующий раз. А вы, друзья, пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.